Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищей убитых, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за Волгой схоронили, фанерную поставили звезду. А мой старший брат убит на Украине в 41-м, 40-м году. Спой ты мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Всех без вести, всех без вестей пропавших. А сколько их пропало за войну? Всех ребят, ребят, Россию не продавших. Как сумею, помяну. Всех ребят, ребят, Россию не продавших. Как сумею, помяну. Спой ты мне про войну, про советскую страну. Много стран на белом свете, я ручаюсь за одну. Она меня мальчишкою растила. На трудный хлеб, на трудные хлеба. Ты одна, одна на всех моя Россия. И надежда, и защита, и судьба. Господи, все ты не то находишь, Ленечка. Ой. Ну-ка, смотри, пожалуйста. У мамы две было. Надо же, вот уж чему не пропасть. Железный ящик сгорел, а? Железный ящик с железными инструментами и сгорел. Сгори все. Подумаешь, ящик с инструментами. Можно подумать, я кроме этого ящика ничем не пострадала. Я не меньше твоего пострадала. Меняюсь. Хочешь? Ничего.
Вот и стены есть, а где четыре стены, там и дом. А где дом, там и жизнь. Покрашу бинты синькой, голубые занавесочки сошью. Все приложится постепенно. Пойдет жизнь, куда же она денется, Господи. Помогай, Боже. Спасибо, не здешняя? Приезжая по вербовке на восстановление народного хозяйства. Да, да. Муж-то больной. Не повезло нам. Бог, значит, судил, молиться надо. Исцелить, что ли? Его святая воля захочет и исцелить. Да если бы я хоть столечко верила. А что ты это? Молись. Да. Будешь молиться, и вера придет. Вот сейчас ты в темноте, не хуже, как хозяин твой, а в молитве свет увидишь. Ну, Христос с вами. Сама ты темнота. Господи, какого только народа на свете нет. Слушай, товарищ Мошкин. Собрание рабочих бывшего цеха номер 2 приняло резолюцию. Не тратить силы и средства на строительство жилищ, а определить все ресурсы на восстановление завода. Собрание призывает весь коллектив завода присоединиться к этому решению. А где думают жить рабочий цеха номер 2? Они постановили зимовать в землянках и временках. Ну, а те, кто едет к нам на помощь, они как? Что же они тут тоже будут рыть землянки? Уж и война кончилась, а мы все в землю закапывались. Вот как, ну и школу туда же. Школу может обойтись постройкой барачного типа. Мы достали прекрасный проект школы. Пока возведем один этаж, так то, конечно, капитально, чтобы потом уже расширять. Ну, а это не годится. Это нехорошо. Не понимаю, почему вы против этой резолюции? Она патриотическая. Ну, потому что если вы хотите иметь от человека хорошую работу, так потрудитесь подумать, чтобы ему получше жилось. В этом патриотизм. А не в том, чтобы держать рабочего в землянке. Ну и вы очень хорошо знаете, товарищ Мошкин, что рабочие сами не могли бы додуматься до такой резолюции. Их никто не заставлял. Они сами поднимали руки. Ну, конечно, сами. Кому-кому, а вам хорошо известно, как надо ставить вопрос и на каких струнах играть, чтобы люди сами поднимали руки. За 10 зайцами, значит, погнались. А если не справимся? Не справимся, отвечу я.
Вы. Да, я. Ясно, не справится. Видали, барина? Отвечу я. На всю страну могла бы резолюция прозвучать эту. Товарищи, ну что вы столпились? Дайте дорогу. Вы откуда прибыли? Из Гущина. Из временно оккупированного района. Как фамилия? Мефодьева. Это о вас говорят, что вы у себя в селе насаждали религиозный дурман. То ж при немцах было. А при немцах чего ж не было? Страдал народ невыносимо. Вот и пошли в религию. Чего ж вы хотите? В церковь, небось, ходила? Ходила. И других подбивала? Ну, не то, что подбивала, а просто обсуждали мы между собой, что, может, это Бог наказывает нас за грехи. А теперь не обсуждаете? Теперь нет, не обсуждаем. Вот имейте в виду, мы здесь у себя подобной деятельности не допустим. Буду иметь в виду. А вы знаете, кто с вами говорит? Ну, как же, председатель завкома товарищ Мошкин. Вообще, я вам рекомендую почитать научную литературу. Товарищ Федорова, наука давно доказала, что Бога нет, а вы все обсуждаете. Греши много, по грехам и муки. Где я нагрешила? Женой была, матерью была. Работала. Все исполняла. Чего же я нагрешила? Лопнет мое терпение. Возьму Ленечку и уеду. Ты бы уехала? Не знаю. Как же он без никого? Вот вернись, твой Алеша, и веди себя как мой. Ты бы уехала? Вернись, Алеша слепой? Когда дело, он слепой. А для выпивки это он зрячий, будь покойный. Уж ты-то, в два счета бы уехала. Я тебя знаю. Если б тебя и капли радости лишили. Мария! Третий. Зайдешь после работы, получишь костюмчик и ботинки. Да он и сам может получить. Он у меня толковый, куда ни пошли, все сделаю. Костюмчик и ботинки уж так кстати. Вырос из-за всего. А ботинки уж совсем прямо развалились. Видал я преграду. Ах ты, улица не широкая, ты кривая, распрямись. О, гражданочка,
черноокая, разрешите мне с вами пойти. О, гражданочка черноокая, разрешите мне с вами пройтись. Не видал я прекраснее дамочки, вы поверьте безумным речам. Не видал я прекраснее дамочки, вы поверьте безумным речам. Эти губки и щечки и ямочки не дают спать по ночам. Вещь. Эти губки, а вы положите, щечки, положите. Ямочки не дают мне спать по ночам. Непременно вам трогать. И вообще нечего вам тут делать. Маруся, он ко мне зашел? Вот идите отсюда оба. Идите! Марусь! Что? Отстань! Да. Ты что? Пусть! Сил моих нет на твоих гостей смотреть. И так повернуться же негде. Идешь домой, как на пытку, и все одно и то же, одно и то же. Сердится, Маруся. Наденешь, когда в школу пойдешь. Осторожнее, осторожнее, ребятки. Отойдите прочь, машину задавит. Отойди, задавит. Николай Петрович. С Ленечкой. Маруся. Что же ты ребенка обездолил? Маруся, ну... Есть ли у тебя сердце? Есть ли сердце у тебя? Тебе уже все фашисты убили. Маруся, это Макухин сделал, гад. Все он. Я и не знал. Марусь, разве я мог, если бы знал, откуда эта водка? Ничему больше не верю, понимаешь? Ничему! 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 Да ты же не отец. Ты не человек после этого. Что мне делать? Что делать? В который раз тебя прошу, уедем на Алтай к моим. Ведь хорошо живут люди. Молчишь. Конечно, там тебе не будет той воли. Ну, поверь. В последний раз поверь, слышишь? Марусь, как я к тебе рвался.
Как ждал, вот приеду. Да я как ждала. Никого никогда, кроме тебя. Чтобы этого Макухина и духу здесь не было. Да я его сам видеть не могу. И водки этой проклятой, чтобы не пахло. Я о ней думать не могу после этого. Как я хочу тебе верить. Как хочу, если бы ты знал. Господи. Господа поминаешь, а ведь ты его без всякого соображения поминаешь. Просто от привычки. Это грех. Ты к нему сознательно обратись. Лично, чтоб укрепил тебя. Отвяжись от меня. Обратись, Мария. Легче тебе будет свой крест нести. Не хочу крест нести, не хочу. Хочу жить разумно, ясно. Ну хорошо, пусть уж без счастья. Но покоя. Покоя хоть капельку можно. Вспомним о тех, кто командовал родом, и кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, гордо ломая врагу. Ай, кто в Ленинград пробирался болотами, гордо ломая врагу. Вспомним за те, кто неделями долгими мёртвы сидел в рыбежах. Ай, трасса на воды, не трасса на волками, не отступил ни на шаг. Ай, трасса на воды, не трасса на волками, не отступил ни на шаг. Пусть вечно в памяти будет прославлено под пулеметной пургой. А я сам себе главный друг. Потому что я на самого себя могу положиться полностью, а на других, даже на вас, не полностью. Почему же на нас не полностью? Наши полки на высотах сияли, на наши штыки под огонь. Наши полки на высотах сияли, на наши штыки под огонь. Наши полки на высотах сияли. Ты где дел карточки? Не получил? Получил. Давай их сюда, у тебя они. Леня, Леня, где карточки? Где? Я их положил куда? Куда положил? Не помню. Потерял. Без хлеба, без ничего целый месяц. Это выпьем за множество павших героями, выпьем за встречу живых. Эх, выпьем за множество павших героев. А я на себя положиться не могу. Прежде мог, а теперь не могу. Гришку бы мне, Гришку. А кто такой Гришка? Шалагин. Хороший человек, Гришка Шалагин. Чем же он хороший? Да всем хорош. Ходит прямо, говорит весело. Вот ты это... Дружили мы. Я, он, покойный Прохоров Алеша. Ах, вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря.
Вспомним, как русская сила солдатская немцев за Волхов гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немцев за Волхов гнала. Вспомним о тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу. Нет, ничего ты, Ленечка, не потерял. Неправда. Это опять этот злодей. Ее поставь на место. Он тебе в самом деле повернуться не дает. А? Да что ты? Тихо! Да ну, боялся я ее. Пусть она только попробует. Небось, когда он ее в шляпу хватил, она шелковой была. Пусть только попробует. Тихо, 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 ты только не очень. Я считаю, женщин жалеть нужно и оберегать. Во-первых, там были твои карточки. Государство тебе их дало. Пошли. Мои кровные! Начнем с этого. Ну, две мои были. Верно? А? Как хочу, так и распоряжаюсь. Закрой дверь, избу выступишь. Сынок. Сынок. Значит так, да? Человек все отдал, это хорошо, да, хорошо. А взять для себя чего-нибудь моментально глаза колоть? Ну, кали, на, кали сколько хочешь. Все равно ничего не видит. Видели когда-то. Ложись. Захочу, лягу. А не захочу, не лягу. И ничего такого страшного нет. Скажешь там, что потеряла. Что, не могла потерять, что ли? Придумают, помогут. У нас не капиталистические джунгли, где человек человеку волк. Нас все за одного. Один за всех. Поймите меня правильно. Разве я от трудностей уезжаю? Сын не даст мне соврать, на какую хотите тяжелую работу, я первая. А я на трудности, как на дзот, грудью кидалась. С пьющим человеком существовать немыслимо. Нет. И тем более, чтобы у вас на глазах страдал ребенок. Пенсии уход требуется. Вот, пусть его приятели за ним и ухаживают, на которых он нас променял. А моих сил нет. Нет сил больше этот воз вести. Не могу. Откуда ты?
Она один раз скажет. Все. Проводи. Мама, мама. Митя, подавай. Подавай вперед, Митя. Давай. Возвращаться вам придется. Нет. Вернусь. Не вырвусь до самой смерти. Жизнь пройдет. Она подлая. Она мразь. Подлая, а ты будь мужчиной. Тут канавка лянет. Ага. Конечно, со зрячим лучше жить, чем со слепым. Распутничать легче, чем за инвалидом ухаживать. Вот мы и дома. Тут бугорочек лянет. Тут бугорочек. Да, но отнять сына у отца, это что ж такое делается-то, я тебя спрашиваю. Кто ближе сыну, чем отец? Я спрашиваю. А. Спрашиваю, не спрашиваю. Все ясно. Спрашиваю, не спрашиваю. Ясно все. Чего уж тут? Кто здесь? Кто здесь? Я. Сынок, вернулись. Милые вы мои. А, мама где? Мама где? А? Поехала. Что? Барнаул поехала. Как? Без тебя? Я не хочу уезжать. Я с тобой буду. Сынок, с кем она поехала? Ни с кем, сама. Правду говори. А правду? Правду мне говори. А правду? Без меня, без тебя. Совсем, значит, мне не нужны. Отрезала начисто. Пап, можно я хлеба возьму? С кем она поехала? Мерзавка, дрянь. Гадина. Говори, ну? Ну с кем она? Гадина. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага.
Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло твоей негасимой любви. Справа подано. Шел бы ты, милый друг, что-нибудь работать, чем попрошайничать. Позвольте, вы же сами, я видел, дали ему пятерку. Ну да, но это же неправильно. Ему указать надо, а мы, дураки, потворствуем. Дураки, молчите уж лучше. А то я так укажу, век не забудете. Сынок. Книжку можешь почитать, верно? В кино вечером убежишь, верно? А мне что? Умирать? А? Умирать? Умирать, а? А город Николаев, фарфоровый завод. А там живет и девчоночка, 21-й год. А все-таки по ее не вышло. Хитро придумала, а по ее не вышло. Ты не с ней, а со мной, с отцом. С вами, мальчишки, с вами пропадешь, с вами, негодяй, на каторгу пойдешь. Выше отца нет ничего. Никто отца заменить не может, особенно сыну. А захожу в Дворянскую, осажу... Леонид, здравствуй. А? Это я, Капустина. Мы к тебе в поручении общественности. Чего еще от меня надо? Общественности, а? Глаза бы мои на тебя не смотрели. А мои на тебя давно не смотрят. Дальше. Леонид, мы с тобой дитями по поселку босые бегали. Ты на мое место себя поставь, и тогда ты со мной говори. А что уж нам местами-то считаться? Мы тебя на свое место не приглашаем, а уж тоже, поверь, моего-то в первые месяцы не стало. Возьми ты себя в руки, имей рабочую гордость. Просим тебя. Свяжите меня. Положите меня в угол, как полено, чтоб не портил вам вид. Этого вам надо. Ну как с ним разговаривать? Нам надо, чтобы вы вели себя как нормальный советский человек. И чтобы ваш мальчик, Анна Васильевна, потише. И чтобы ваш мальчик регулярно посещал школу, как всякий нормальный советский ребенок. Времени у него мало посещать. Мать его меня бросила. Она меня бросила на произвол судьбы.
Мария общественность осуждает. Она должна была за тебя бороться, а не бросать. Мы решили вот что. Устанавливаем дежурство. Коллективно будем за вами присматривать. Ну и так далее. В отношении питания, уборки, стирки и так далее. И чтобы жили вы как люди. Так мы постановили. Ну, конечно, чтобы вы свое поведение в корни бросили. Иначе никто не вынесет. Леня, где бутылка? Леня! Да вот перед тобой. Хорошо. Сынок, слышишь, как жить будем? Уборка и так далее, и так далее. Нянечки за нами присмотрят, что мы все как люди. Ну, сейчас мы не люди, нет. Нянечки добрые веником помахают, и станем мы как люди. Сейчас же они нас на поводок. Раз, и все. А идите вы с уборкой. Знаете куда? Идите! Идите! Ну! Да ты что? Идите, будьте здоровы, Фидерзейн! Да ты что? Да ты постой! Будьте здоровы, живите богато, а Фидерзейн... Стыд-то, вот стыд-то. С вами, мы тебе всей душой. С вами пропадем, с вами негодяями на каторгу пойдем. Придется говорить в другом месте. Прихожу в Фарянскую, а сажусь я за стол. А снимаю фуражечку, кладу ее на стол. С вами, мальчишки, с вами пропадешь, с вами... А жену мою вы судить не смеете, вы ей не судьи. Ей только я судья. Чего вы не знаете? Пап. Никого уже нет. Посымаю фуражечку, кладу ее на стол. Взрослая-то какая стала. А я вас сразу узнала, Григорий Ильич. А Прохоровы-то где здесь живут? Не скажешь? Прохоровы? Вон. Вон там прямо, над самой рекой. Там спросите. Юлиана Федоровна. Гриша, ты чего приехал? Жить. Надумал, куда ехать жить. Держал бы курс, где получше. Да я много где был. А где получше, не видел. Ну, пойдем в избу. Умывайся, отдыхай.
Вечером после смены хозяин придет. Ужинать будем. Узнаю аккуратность вашу, Лена Федоровна. Ну, чтоб ни было, порядок должен быть. На дереве как птицам случится жить. И на дереве надо соблюдать порядок. И когда это? Давно. Когда из-под Киева немцев гнали. Невестка с вами? Невестка с нами. А ты что, целый совсем? А чего в госпитале лежал? В семи госпиталях лежал. Ничего. Заштопали. Ну, с возвращением, Гриша. Только слушай меня. Становись-ка ты на работу сразу. Приживляйся к делу. Без работы портится человек. Погляди, что с Плещеевым сделалось. Ты знаешь, он слепой вернулся? Писали мне. С ним сам понимаешь. Тяжелый разговор. Не перенес Плещеев свое несчастье. Где жить думаешь? Жильем плохо. Бараки переполнены. Строиться надо. Явилась-таки полуношница. Разит, как из пивной. Терпение, мамаша. Зинченко вернулся. Отметили. Каждую ночь повадилась отмечать. Не только женщины, мужчины говорят. А, мужчина. И этого мамаша мужчин нашли. Остатки одни, инвалидная команда. Труп печных больше, чем мужчин. Цыц! Женщины! Люди спят! Всякое проявление либерализма – это преступление, товарищ. Мы не можем терпеть личностей, потерявших... Тише, товарищ. Потерявших облик. Каленым железом... Тише. Мы будем выжигать их из своей среды.
Наш облик вас не касается. Какой есть. Ты скажи, где ты кровельное железо взял? Спокойней. Как вас угораздило стекла побить? Вот это два. Шутка сказать. Стекла днем с огнем не найдешь, иначе. Окна перебить. Ну, почему обязаны люди такое терпеть через вас? Ну, кто его знает, как оно вышло. Действительно. Но про облик он не имеет права. Облик сюда не относится. Не крал я железо, слева купил. Значит, краденый купил. Ты уж накладных не спрашивал. Не бриллиант покупал. Крышу над головой для детей, понятно? А получку пропиваешь. Это тоже об детях заботишься. Я вашего суда не признаю. Я за вас жертву принес, а не вы за меня. Пора, пора, товарищи, кончать. Никто, только мы сами можем навести порядок. И на заводе, и в поселке, и везде. Вот это верно. Только сами. И на заводе, и дома. В работе руки дрожат, а чарку крепко держат. Постойте, товарищи, по порядку давайте. Закончим с Макухиным. Значит так, товарищи, запишем. Просить прокуратуру... Да нет. Кто это? Ты что, по голосу не узнаешь? Гриша! Вы идите. Идите без меня. Ты здесь, а я вот... Видишь? Видишь? Ну, будет, 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 будет. Слушай, красавец. Чего? А нас-то забыла? Ну-ка, давай, давай, давай. Сейчас. Ну вот, сейчас принесут нам кашу и омлет, и будет нам хорошо. Ну, продолжай рассказывать, как дальше ты думаешь. А что продолжать? Какое у меня может быть дальше? Да не надо бы дальше. Ради Лени живу. Ради сына только. И получается? Ну, значит, получается, раз от матери ко мне прибежал. Да. А что я должен делать? Живу как могу. Мог бы иначе. Работать. А ты пробовал? И пробовать нечего. Во. Еще не до того себя можно довести, умеючи. Недельку походишь трезвый, глядишь, трястись перестанут. Тихо, тихо, тихо. Не слышишь? Гудок. Что ж ты, не торопишься? А я пока еще оформляюсь. С понедельника начну вкалывать. А вот ты... Неужели не тошно с протянутой рукой ходить? Я с протянутой рукой не хожу. Я артист. Брось, ты, какие мы с тобой артисты. То, что песенки умеют петь, так это все умеют. Ты что не ешь? Водочки. Глоточек. Но тут нельзя, не видишь, плакат висит. Плакат? А я не вижу. Позови буфетчицу, там у нее такой чайничек есть. Шура! Вот ей-богу. Ну, дайте нам это самое. Один момент. Письма есть от Марии? Была телеграмма. Про Леню запрашивала. Я написал, что он у меня. Посылку прислала. И все? Пишет иногда, Леня отвечает. Твое. Слабо провели. Никаких сущностей выводов.
Надо было в прокуратуру передать. Ваш либерализм помешал. Оставьте, Мошкин, демагогию. Не пойму я вас. Вы бы попроще выражались, по-нашему, по-рабочему. Насквозь я тебя вижу. Мало тебе власти, хочешь любви широких масс. А я в эти игры не играю. Каждый обязан долг свой исполнять. А нет, так заставим. Сказано, не пей, не смей пить. Сказано, работать, работай. И нет твоим заигрываниям и утопиям от меня поддержки. И не жди. Тебе налево, мне направо. Верно. Вам туда, не сюда. Гришка, а помнишь, как ты про нас говорил? В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Вот тебе и 33 богатыря. Алешки нет. И я не жилец. Ты брось этим козырять, что ты не жилец. Не очень жизнью швыряйся, рассердится. Насчет сына, ведь это он для тебя живет, а не ты для него. Сейчас он с тобой нянчится, а потом увидишь, обидные слова скажет. Не посмеет. Вырастет, посмеет. И будет тебе, Леня, кисло. А мне и сейчас не сладко. Тем более. Значит, надо стать на такую позицию, чтобы он тебя уважал. Попробуй на завод. Что-нибудь подходящее подберем, а? По-вашему, человек пострадал в бою, этого мало, чтобы его уважать. Ты бы видел, на что ты похож. Имею право на уважение. Даже если не буду работать в социалистической промышленности. А что я одет, неважно. Только ли что одет, неважно. Совсем молодой. Ну, где там? А на старика смахиваешь. Сколько дней не брился? Все на высокие материи сворачиваешь. От тебя разит. Да, разит, как болезнью разит, перегаром. Ты воображаешь, что Мария от разбитого сердца сбежала. Вот это вращение. Ну да. Попробуй, подыши. И я бы сбежал. Не ради социалистической промышленности тебя приглашают работать. А тебе, дура божья, надо ноги из болота вытянуть, чтобы ты не захлебнулся в собственной дряни. Ешь. Слушай, какое ты имеешь право меня оскорблять? Имею. Ты себя не видишь, а я вижу, и обязан сказать. А то он страдалец, понимаешь, артист. Одним словом, кончай перекур, выходи строиться. Дмитрий Иванович, надумали? Нет, нет. Не трогайте меня с моего места. Не гожусь в начальнике. Привык к машинному отделению, полжизни в нем прошло. Честолюбия, думаете, не имею? Имею. Я где-то читал, в средние века, в Шартре, это во Франции, кажется, строился замечательный собор. И вот идет человек и встречает на дороге трех строителей. Каждый тачку толкал с камнями. Прохожий спрашивает у них, у каждого: «Ты что делаешь?» Один отвечает: «Тачку тащу тяжелую, пропади она пропадом». Второй отвечает: «Зарабатываю на хлеб семейству». А третий, пот с лица вытер,
говорит, я строю Шартский собор. Вот такая есть старинная притча. Треть — это вы были, Дмитрий Иванович. Ну, вроде я. А начальству, по-вашему, гордиться нечем? Каждый свою тачку везет. Извините, если не кстати. Приятно кушать. Я вам Ульяна Федоровна грибочков принесла. Мне из деревни прислали. Спасибо, Фрося. Садись. Я тебе пирога срежу. Дай Бог здоровья. Народ к нам идет хороший. Да всякий попадается. Ну, это верно, но в основном все-таки хороший. Знаете, Дмитрий Иванович, мне кажется, фронтовики принесли с собой большую какую-то правду, я бы сказал. Да кто принес, а кто наоборот разбаловался? Неважно, решают не те, кто разбаловался. Обязательно должно свежим ветром повеять. Должно. Должно, Александр Васильевич. Дорого человечество платит за науку. Что поделаешь, дешевле наш век не получается. И с кадрами теперь придется советоваться. Нельзя игнорировать кадры. А в собственном особняке землячки вам жить хватит. Вот достроим наш пятиэтажный, перебирайтесь-ка. Я сам переезжаю. Наконец уж семью выписываю. Ну и слава Богу, что все в разлуке. Хорошее дело. Кино собрались? Приглашаем тебя. Да некогда мне. Вот построю дом, тогда буду и в кино ходить. Помогла бы мне, Полин? А, Полин? Шутишь, Гришенька? Да нет, не шучу. Поехали за материалом. О чем поехали? На Хромович. А, в кузове трястись. Ну, в следующий раз легковую подам. А пока в кабину посажу. А уж билет купили. Громадный расход понесли. Ну ладно, пойду поищу, который еще без билетов. Я пойду. Помогу. Переоденусь только. Только. Можешь не переодеваться, не поедешь. Держи билет, в кино иди. Что ты командуешь? Надо же помочь человеку. Ты же отказалась. А ты уж и рада, что я отказалась. Жадная. А вот и жадная. Думала, все же грешно тебе помочь. Больно платье шикарное. Не испортишь? А что на него на платье-то? Молиться, что ли?
А правду говорят, будто ты Плещеева с мальчонкой к себе забрать собираешься. Не совсем так. Один вход мой будет, другой его. Это в том случае, если хозяйка моя не будет возражать. И хозяйка есть? Да наметил. Хорошая? Да ничего вроде. Так и сказал, значит, свежим ветром должно повеять. Так. Придется советоваться с кадром. Так. Себя имел в виду. Этого не могу сказать. Так. С кадрами придется советоваться. Нельзя игнорировать кадры. Игнорировать. Фу. Этими самыми словами? Да, именно. Я хорошо запомнила. Очень гордо говорю. Люди ведь слушают. Мало что может быть. Вот я и решила, зайду посоветуюсь. Правильно сделали. Так. Вот я и решила, зайду посоветую. Правильно сделали. Так и обязаны поступать честные советские граждане. Сигнализируйте впредь обо всем. Я постараюсь. Так. Была-то Алешиной женой. И я не то, что сказать что-нибудь. А сам перед собой старался делать вид, что ничего к тебе не имею. Ты, конечно, Алешей, на все 100% была занята. Иной раз встретимся, даже не заметишь меня. А то улыбнешься, поздороваешься, тоже хожу и улыбаюсь, как малахольный. У меня и мысли не было. Все с девчонками гулял. Не похож был на вздыхателя. Еще чего. Это уж совсем было ни к чему. Я... Что? Ну что? Ты, наверное, чего только про меня не наслышался. Это им ничего не стоит, разобрать человека по косточкам. А женщине что надо? Если она взяла за руку, то в уверенности быть, что крепко. Все будет хорошо, Коля. Разве может быть, как было? Как было, никогда уже не будет. Молоденьким мы были. Тогда у нас за плечами, кроме юности, ничего не было. А сейчас оглянешься, ух ты, сколько. Глянь на меня. Привет, Леонид. На работу, что ли? Не получится. Бывайте здоровы. Леня! Здорово. Здорово. Ну, пошли. Пропуск возьми.
Где Яков Иванович? У себя. Вот привел. Ну чего встал? Не в церковь Божью пришел. Иди на место. Ступай, ступай. Будем знакомы. Мастер цеха Якова Ивановича. Леонид. Ну я пошел. Ладно. Ну пойдем, Леонид. Объясню тебе все, расскажу как следует. Мы будем спать в этой половине, а Павка здесь. Пускай это его будет окно. Вы сюда не касайтесь. Мама, а почему Павке целое отдельное окно? Потому что он молодой человек. Вот это новое. Бразилия. Вот дьявол. Откуда ты достаешь? Это мне старик дал. Знаешь, который зимой без шапки ходит? Вот у него марки. Саш, совсем как до войны. Красавица ты моя. Ну что ты, Саш, я за эти годы совсем уж старенькая стала. Все равно, красавица. Отец, где у тебя полотенце? Там, за дверью возьми. Шурка ты у нас красивой стала. Королевич. Ну, руки, ноги целы, значит, королевич. Вон там, ребята, наш новый термический, тоже мое хозяйство. Ничего? Ничего. Как я устала, если б ты знал. Что такое? Сотников Александр Васильевич. Ну? Ознакомьтесь.
Слыхала? А тебе ничего не может быть? Он ведь к нам заходил. Ай. Вас больше обременять. В общежитие уходишь, что ли? Не в общежитие. Замуж. Это за кого же? Угадайте, нетрудно. Шалагин. А что? Плохой жених? Ты-то уж больно хороша невеста. Чем же это так уж не хороша? И он змей. Чуть ли не родным прикинулся. Пришел и чужую вдову сманил. И 3 лет не прошло. Да разве бывают чужие вдовы? Вдовы, мамаша, нищие. А 3 года... Дайте-ка сосчитаю. Больше 1000 дней. 1000 дней. Это надо же, а? А ты эту 1000 дней даром не теряла. Уходи отсюда! Забирай свои манатки и уходи, чтобы в гришке твоего здесь духу не было! До свидания, мамаш. Яна Федоровна, слезами не вернешь. Его святая воля. Фросенька, никого не осталось. Хоть бы внук, либо внучка. Околевать вдвоем старым. Вы помолитесь. Помолитесь, Ульяна Федоровна. Легче вам будет. Молитва-то горе умягчает. Да и Алешеньке вашему радость, что за него мать помолится. Ну, давайте. Давайте вместе. Упокой, Господи, душу убиенного раба твоего, воина Алексея. Ну, вместе, вместе. Упокой, Господи, душу усоп. Упокой, Господи, душу раба твоего, убиенного воина Алексея. Упокой. Найти для
Ничего-ничего. Все наладим. Все залечим. Ничего. Что такое? Что с тобой? Приснилось что? Партия дает себе отчет в том, что выявленные ошибки и извращения, злоупотребление властью, связанные с культом личности, могут вызвать в партийных рядах и в народе чувство горечи и даже недовольства. Она знает, что открытую критику ошибок, допущенных в связи с культом личности, враги попытаются использовать в антисоветских целях. Но партия идет на этот шаг, руководствуясь высокими принципиальными соображениями, интересами борьбы за коммунизм. Речь идет о ликвидации порочной, противоречащей марксизму-ленинизму, идеологии и практики, наносящей ущерб социализму, об устранении условий, при которых возможны нарушения демократии, злоупотребление властью и другие явления, чуждые нашему обществу. Партия исходит из того, что если эта критика и вызовет некоторые временные трудности, то с точки зрения интересов и конечных целей рабочего класса она даст положительный результат. Так и Сотников, наверное, сгорел.
Что же это делала? Что делала? Потом, потом. Не хочу об этом говорить, Скандачка. Подумавши, хочу говорить. Вот и мы. С легким паром, Алексей Григорьевич. Возьми его. Да я. Добрая ты, Поля. Муж велит быть добрым. Подумать в основном о чем надо. Чтоб больше не стряслось такое. Об этом думай, не думай, от нас не зависит. Ну как не зависит? Очень даже зависит. На фронте зависело. Добрый день. С возвращением! Спасибо. Видал, Сотников вернулся? Да, не все им обрадуются. С приездом, Александр Васильевич! А вы не постарели? Да. Здравствуйте, Виктор Иванович. Ей-богу, если постарели, то самую малость. Заходите к нам по старой памяти. Мы теперь в новом доме. Вот. Сегодня вечерком. Стараюсь. Как супруга, семейство? Спасибо, хорошо. Ну вот, начальнику записывает механического, литейного и сборочного цехов приготовить сводки за декаду. Все завтра собирают. Почему не придет? Нет, он обязательно должен прийти. Он вчера был у Мушкина? Здравствуйте. Подожди, ну, минутку подожди. Это ты? Мы, помнится, договорились, что начнешь принимать дела с завтрашнего утра. Поговорить надо. Вот не терпешь. Столько лет терпел, а одну ночь потерпеть не можешь. Жалуйся, иди. Подавай в суд. Закон на твоей стороне. Я не откажусь. Ну, что за разговор? Что за разговор? Ну, а как прикажешь с тобой говорить? Самый правильный разговор. По-нашему, по-рабочему.
Следователь дал прочитать мое дело. Я все прочел. Да? Судить бы тебя, Мошкин. Да ведь если разобраться до конца, не ты меня посадил. Сталин меня посадил. И, конечно, Сталин. Как бы я вас посадил, смешно. Кто я такой, чтобы кого-то сажать? И судить меня не за что. Ведь вы же на самом деле говорили те слова, ну помните? Ну, насчет кадров, что должен советоваться. Нельзя, мол, игнорировать кадры. Насчет ветра свежего. Да я это где угодно, когда угодно скажу. Сейчас-то, конечно. Сейчас это безопасно. И даже поощряется. Я сигнализировал. И каждый обязан сигнализировать. Сам знаешь, не маленькой. Ты бы не сигнализировал на моем месте. Другое дело, что обо мне никто никогда ничего не мог, не может и не сможет сигнализировать. Хватит. Хватит ждать. Ужинать давай. Сколько тебе из-за него таскали? Сколько допрашивали? Как ты его выручить старался? А он и не пришел. Не предупредил даже. Были когда-то земляками, а теперь мы для него мелкая сошка. Сошка! Что это значит? Что это за слово такое? Сошки нет на свете! Это слово, знай, глупые люди выдумали. И подлые. Ах, подлые. Обойдем в доме, чтобы я этого слова не слышал. Ничего ты не понял. Обреченный ты человек. Зато ты в полном порядке. Вернулся и обратно заводом командовать. Открой мне секрет, Мошкин. Как это ты заводом командовал? Не уязвишь. Я солдат. Куда послали, что велели это дело партии. Я иду и сражаюсь, как солдат. И все. Только не это слово. Не солдат ты, Мошкин, а совсем другое. А мне противен. Вот нутру моему противен гонор твой. Этот интеллигентский душок твой. Крупный работник обрюки сузил. Шестой десяток. В каких переплетах побывал обрючки сузил. Много лет я думал про вас, про Мошкина. А вот до такого не додумался. Не додумался я, что когда вернусь, чтобы ты, сукин сын, на мои брюки посмотрел. Вот до этого не додумался, нет. Надо же, брюки. А впрочем, когда ты на человека смотришь, ты же не человеку служишь. Что тебе человек? Ведь люди для вас столько материал. Да, материал, не больше. Но материал и что? Спасибо, скажите, что приняли вас на материал для великих целей. Сейчас твоя взяла, пожалуйста. И не беспокойся, не придется нам вместе работать. Принимай дела, а я на другой работе перебуду до пенсии. Работку мне подберут, обязаны. Как-никак, кандидатура. Ну вот и поговорили. Вопросов больше нет. Не только тебя. Не только тебя, но и обо мне упомянули. А называется «Жизнь – подвиг». Подвиг – это чтобы людям интереснее читать было. Все равно приятно. Как ты думаешь? Может, и она про нас прочтет? Может быть. Я об этом не думаю. Ты можешь не думать, а я не могу.
Слушай, вот, звонок зазвонит. И голос ее услышу. Семейство никак не отпускал. Ну, пошли. Да ты что, не готов уйти? Ну, что? Да не ворчи ты, я почти собрался. Добрый вечер, дядя Лен. Добрый, добрый. С приездом. Спасибо. Там что, танцы сегодня? Танцы, танцы. Ну, что ты водишь? Дай я завяжу. Завяжу сам. Да сам! Ну, пусти! Ну, отстаньте! Ну, вот. Только помял. О, какой ты стал ладный. Надолго приехал? Да на 3 дня на празднике. Читал газету. Очень здорово, поздравляю. Центральная печать пишет. Пап, слышишь? Пошли, папка. А? Давай. Танцуй сюда! Ну что ты кричишь, как в лесу? Ну а как тебя звать? Шепотом, что ли? Приятель мой с тобой знакомиться желает. Иди-ка потанцуй с ним. А я уже обещала. Кому? Вот этому шпроту? Ну, Костя! Тебя. Его зовут Павел. А в чем дело, ребят? Танцуйте. Я подожду. В чем дело, а? В чем дело? А я не подожду. Костя, ты что? Иди. Чего ты тянешь? Чего ты тянешь? А ну вон отсюда. Ты что, ты пошел, ты не твое дело. Давай, давай, давай. Давай, давай. Пошел ты, ты говори. На хвостбой. Извините. Простите. Уйди! Уйди! Пойдем за руку! Там пойдем! Чего хватаешься? Спокойно, ребят! Спокойно, спокойно! Убери руки тебе! Руки убери! Дядя! Иди! Во-во, иди себе! Я за тобой.
Зачем она нарушила мой покой? Ваш Леонид, во сколько я мог тебе говорить, а? Такой день, что отказаться не имеешь права. Даже моя мадам пирогов напекла. Бросил я, бросил. Соблюдаю норму. А с тобой соблюдешь норму? Павел, смотрите. Ты кто такой? Иди, иди, парень. Подожди. Отвечай, ты кто такой, чтобы здесь командовать? Иди, я тебе говорю. Да подожди, ты отдохни. За такие дела знаешь, что бывает? Ну? Ну, мы тебе расскажем, что бывает. Костя! Костя, ты выпил, уйди. Ну, я тебя уйди, прошу. Уйди. Ну. Интересно послушать. Это что ж, вы хором будете говорить или по одному? Шпрот. Ну, ничего, мы ему нюх начистим. Ладно, считай достаточным. Пропустите и хватит валять дурака. Подожди. За такие дела глаза тебе выбить мало. Глаза? Ну ты! Ты что? Брэк, дай, Брэк! Ты, ну, ты, ты, да ты что? Отойди. Не надо к ней идти ночью. Утром мы сообщим сами. Пускай поспит. Она не спит. Она его ждет. Ждет. Только вчера приехал. До чего людей водка доводит? До чего доводит? Вот вы говорите, пьяный был. А когда нож делал, трезвый был. А когда в карман уклал, тоже трезвый был. А ночью это хуже нет родным сообщать. Уж ты мне поверь, опыт имею. Ладно, если света нет у них в окнах, утром схожу. Павлов, не кричи! Погоди! Это он! Павлов, не кричи! Он. Мы знаем, он. Он, не кричи. Мальчишки. А где Павка? А?
чего он утром пошел. Пойду. Леня, а может, он только ранен? Леня, голубчик, а может, он только ранен? Мама, 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 не надо, что ты, мама? Что ты? Ничего, мамочка, ничего. Успокойся, не надо, мама. Не надо, ничего. Успокойся. Не надо, мама. Значит, еще и это. Значит, еще и это. Леня, ты иди, иди. Мы с ней побудем идти. Иди, Леня, иди. Отец беспокоится твой. Не надо беспокоить. Поймает их? Поймали. Кто же они? Наши здешние. Из поселка. Свои своего. Папу нашего фашисты. А тут... Послушай, не порти друзьям настроение. Посиди, ну. Мне прям обидно, что ты уже уходишь. Это ты загордился, что про тебя в газете напечатали. Ну и что? Про меня тоже в газете напечатали. Ну что? Про тебя печатали. Про тебя напечатали, что ты вот кулака из без просыпа. Вот что про тебя напечатали. Не-не-не-не-не, я пошел. Ну уходи. Леонид, ведь 50 лет, а лет было мало. Все больше зимы, Леонид, все больше зимы. Да ты и зимы пропил! Да ты и меня поставить пропил! Завтра разберемся, завтра сделаем. Хромович рухнул. Ну что мне, одному юбилей отмечать? Нет, я пошел. Давно пора. Выметайте все юбилей. О, я пошел, пошел. Леня, я тебя провожу. Провожу. Плещеев у вас? Как ушел? Один ночью? А ему не все одно. Что день, что ночь. Я тут провожатый. Дрыгну с провожатой-то.
Эй, люди! Хозяева! Хозяева! Здравствуйте. А я тут звоню, звоню. А ну-ка, иди отсюда. Ты зашел бы к ним. Разберутся. Теперь разберутся. Папа в больнице. Я знаю, мне Гриша Лагин написал. И вот приехала. Ничего, обойдется. Рука подживает. Могло быть хуже. Да ты сними пальто, наконец. Я, может, он не захочет, так я... Может, спросить у него сначала надо, как? Да нет же, он рад будет. Он звонки слушал, ждал. Мы завтра пойдем к нему. Вместе пойдем. Все наладим. Молока тебе принес. Хочешь, не хочешь, пей. Доктор велел. Леня? Кто с тобой? Кто с тобой пришел? Да вчера, понимаешь, прихожу домой. Открываю калитку. Лень, Маруся! Ты здесь? Да. Здравствуй, Маруся. Здравствуй. Сядь сюда. Какой ты стал молодой, красивый. А ты какая? Оба красивые. Ступай, ступай. Хоть сейчас под венец. Доброе утро, Пантелеймон Петрович. Что скажешь, председатель? Прям сказать, опять с просьбой к вам. Доклад вам сделать. О чем? Да нет, не доклад на этот раз. Понимаете, какое дело-то? Вы, конечно, безусловно, имеете право на покой.
Но мы сейчас все решительно силы мобилизуем на уборку. Если б вы были так добры... А как же? Приду и помогу, не беспокойся. Где мобилизация, там Мошкин, всегда будь уверен. По первому сигналу в битву. Какой может быть покой? Селенка еще есть. Попробуй. Так на второй бригаде сбор, пожалуйста. Буду. Буду. Ты откуда здесь? Совхоз наниматься приехала. Ушла я с завода-то. Что так? Да что, Пантелеймон Петрович, сами знаете. Жила я на краю поселка, на свежем воздухе. В двух шагах лес, а выселили меня в новый дом в самом центре. Копоть да сажа, плотность населения. Мне ведь здоровье не позволяет. А вы как живете? Да вот урожай убирать иду. Зачем вам урожай-то убирать? Такому человеку выдающемуся. Надо убирать. С людьми быть надо. Знать, чем они дышат. Все течения жизни улавливать. Призовут меня снова к деятельности, чтоб был я готов. Ясно. Это ты понимаешь, на религии всю жизнь просадила. Противно смотреть, деклассированная ты личность. Ну что ж, и я у Господа как бы в запасе, так я себя понимаю. Придет мой час и призовет меня Господь. Во славу его на сподвижничество. Ну, прощайте, Пантелеймон Петрович. Жить мы вместе не успели. Ладно. И привыкнуть он ко мне не успел. Он давно летать хотел. Угу. Пусть летает. Угу. Лёнечка. Сонечка. До свидания, отец!